Но я хочу пригласить на сцену молодую певицу. Я бы так могу сказать откровенно, фаворитку маэстро Раймонда Паулса. Да. Они очень хорошо понимают друг друга, и конечно, Динара Рудане, она же. И мы сейчас тоже будем исполнять новые песни маэстро Раймонда Паулса. Но что я хотел бы сказать, что целая программа будет происходить сегодня под знак маэстро Раймонда Паулса. Потому что, да, он у нас единственный. И мы уже два года, да, празднуем его 80-летие. И каждый год в январе, как мы знаем, его день рождения, но мы празднуем целый год. Для нас, музыкантов, так выгодно, потому что все время мы играем маэстро песни. И, как мы знаем, маэстро сочинил много хороших песен. И сейчас Динара споет вам мелодию, песню из мюзикла «Кэрри». И также, конечно, пару маэстро новых песен и прекрасный тоже вокализ, где Динара очень хорошо своими оперными данными, вокальными. Я надеюсь, вам понравится. Раймонд Паулс, песни «Кэрри». Динара Рудан.
меня огромная честь сегодня здесь выступать и представлять Латвию. Я благодарна за это. Следующее произведение для меня особенное, потому что маэстро, как никто, меня сразу раскусил, когда мы встретились. И даже то, что сейчас я говорю, это много. Я немного разговариваю в жизни, я все выражаю в музыке, поэтому все, что я желала бы сегодня сказать вам,
я сейчас исполню. Следующая песня. Мы с маэстро все время над ней. Мы играем все время с ним вместе роль. Те, кто не знает латышский, песня называется «Прошу прости меня». И вот я ему все время, у него все время прошу прощения, ему это так нравится, он все время улыбается. Вот о том песня. Не могу не улыбаться, когда о нем говорю. Thank you.
manas muļķības un ļauj man savu sirdi ziedot un skūpstī tavas asarās. Šī dzīvīte ir tikai mirklis, viens acu mirklis mūžībā. Tas ir kā pamosties no miega, nezināju to, ka laimē nav kaut kas īsu bezgalīgs, ka tā ir tāla spoža zvaigznē, kaut kas tāds liels un reizes īs. Es esmu darījusi pārī un man ir daudz ko nožēl. Наверное, любой певец желает последнюю песню оставить самую любимую. Так и есть в этот раз. Обожаю эту песню, мне кажется, она очень красивая и очень много высказывает. Mm-hmm.
Леди Джентльмен, дамы и господа, Динара Руданова.